бюро находок имеется. Водительское удостоверение на имя полубояринова Станислава Андреевича. Ключи 4 штуки плюс черный от домофона с брелоком «Альфа-хранитель» и бело-красной косичкой найдены в середине мая на остановке Вахитова. Два ключа от квартиры найдены 19 мая на детской площадке около 22-го детского сада. Карта банка «Восточный» найдена около 88-го детского сада. Медицинский полис на имя Лося Ильи Николаевича. Трудовая книжка снился ИНН на имя Гельмановой Лисянь Талгатовны. Бюро находок ищет. Черную барсетку с документами на имя Парфишева Владимира Петровича, утерянную 17 мая в районе 29-й школы, обещанного вознаграждения. iPhone 5 в черном пластиковом чехле, утерянный 16 мая в районе Бызовского рынка, а также сотовый телефон Huawei P9 Lite золотистого цвета в прозрачном бампере, утерянный в начале мая. Вознаграждение 3000 рублей. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33. Мы ждем вас по будням.